тандыр я разжег, пускай горит, прогорает, все там в нем на елочку будем нанизывать. Голени, которые мариновались у нас ночь. На гарнир у нас картошечка, как я и говорил, ее четвертинками нарезал, чуть проварил минут 5-7 вместе с шампиньонами и замариновал. Укроп, чесночок, все это вот сюда складываем, в эту сковородочку чугунную. Все, голени будут жариться. Весь сок будет на картошечку капать. Ничего не будет пригорать у нас. Украсим помидорками черри. Так вот замечательно. Никогда ранее тандыром не пользовался. Посмотрим, как вкусно в нем получится еда. Черри я помыл. Так, достаточно. Так, голени. Как будем их одевать? Да, наверное, без разницы. Все равно они никуда не съедут. Вот так вот, замечательно. Завтра буду делать крылышки уже в другом маринаде. Да, но пики эти острые, аккуратнее, можно пальцы проткнуть. Страшное. Такая вот красивая получается у нас елочка. Не новогодняя, а продуктовая. Минут, как в интернете написано, достаточно, чтобы пожарить рыбу, курицу. Вот, проверим заодно, достаточно это будет или нет. Так, одна осталась. Ну ладно, ничего страшного. Завтра крылья буду жарить и грудку туда положу. Вот такая вот у нас получилась красивая елочка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Только подписавшись на мой канал, вы будете в курсе о выходе новых моих видео. До следующей встречи. Вот такая вот у нас получилась елочка в тандыр. Голени, картофель, шампиньоны, помидоры, черри. Тандыр догорает. Будем сейчас опускать, жарить на 15 минут нашу елочку. Зажгли наш тандыр. Сейчас дрова прогорят.
золу уберем, оставшиеся угольки тоже счистим и будем погружать елочку. Как стенки побелеют, это уже будет признак, что можно продукцию жарить. Все, тандыр наш побелел, елочку с голенями и с картофелем опустили. Ждем 15 минут и проверяем. Просто превосходно. Паприка дала цвет, все прожарилось, прям корочкой взялось. Но пришлось мне держать не 15 минут, а 18, так как на улице уже холодно. Я боялся, что не прожарится. Нет, все прожарилось. Вообще замечательно. Голени в тандыре пожарили. Так, она горячая. Голени в тандыре пожарили. Будем пробовать. Снимать. Так, что, начнем с картофеля. Угу. Пробуем снять. Ух ты. Опа. Горяченькая. Прожаренная. Это чудо просто какое-то, я не знаю. Учитывая, что на улице погода сейчас минус 15. Жарил я в тандыре, держал голени данные не 15 минут, а где-то 18-19. Ну, скидку на погоду делал. Все получилось. Просто я скажу, даже корочка хрустящая. Угу. И вкусно. За счет чего, не пойму, за стенок, из-за толщины стенок, нагреваются стенки и потом просто-напросто отдают этот жар. Даже когда стояла она в тандыре, прям слышно было, как жварчало. Наши голени жварчали. Помидоры даже готовы. Маленькие черри. Ну а уголь, который достаете, золу там, догоревшую с тандыра, куда-нибудь какую-нибудь емкость металлическую высыпаете. И можете сделать картофель печеный на углях. То бишь, он сейчас даже еще стоит горячий, еще можно что-то жарить. Рыбу, к примеру. Вот такие вот, как говорится, получились у нас красивые голени. Будем пробовать дальше. Жарить свинину, говядину, рыбу. Ну и далее коптить. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. А был с вами я, тот самый Шашлычок. До свидания.